Политехнический институт ЮРГУ самый многочисленный по составу. В него входит 6 факультетов и более 15 кафедр. Старосты всех групп собрались в актовом зале, чтобы решить организационные вопросы и узнать о предстоящих мероприятиях. Одной из обсуждаемых тем стал грантовый конкурс «Студенческая инициатива». Вы можете принять участие в нашем конкурсе, получить до 50 тысяч рублей на реализацию своих проектов и при этом уже понимать, как проходят грантовые конкурсы федеральные. Потому что у нас конкурс проходит 2 этапа. Первый этап – прием заявок, то есть мы его принимаем до 18 ноября включительно. У нас работает группа ВКонтакте «Студенческая инициатива Южный Урал». В этой группе вы можете получить актуальную информацию, скачать заявку. И самое главное – это посмотреть те напутствия от наших экспертов. Старосты получили много полезной информации, которую должны донести до своих групп. Такие мероприятия проводятся во всех институтах нашего вуза, чтобы в одном месте и в одно время рассказать все нужные сведения. Старостат общеуниверситетский – это очень важное мероприятие, потому что старосты – это те люди, которые ежедневно работают со своими группами. И мы, как структурное подразделение университета, обязаны до каждого студента доводить очень нужную информацию. Та повестка, которая была на сегодня разработана, касаемо оздоровления студентов в течение всего года. Это межсезонное оздоровление, мы его так называем. Это вопросы, касаемо материальной помощи, вопросы, касаемо профилактики экстремизма, терроризма, о социальных явлениях в студенческой среде, информация касаемо грантовой поддержки студентов. Грантовая поддержка для студентов – это приоритетное направление университета, и правильным будет, если студенты со своими проектами будут зарабатывать деньги для реализации этих проектов, тем самым повышая свои компетенции. Проведение старостатов открывает новые возможности перед студентами. Каждый, кто посетит подобное мероприятие, сможет по-своему распланировать студенческую жизнь в ЮРГУ.